Вкусная, нежная, а главное полезная. Икра и рыба прямиком с Камчатки, вновь в Чебоксарах. На этот раз морское изобилие Дальнего Востока расположилось в МТВ-центре. Почему жители Чувашии вновь и вновь выбирают именно камчатскую рыбу? И в чем ее польза? Ответы в нашем репортаже. Чавыча, белорыбица, тунец, белуга, палтус. На выставке настоящая мечта любого любителя деликатесов. Всего здесь представлено более 37 видов рыбы. Слабосоленая, холодного и горячего копчения. Нравится вкус. И сюда привозят, несколько раз размораживают, замораживают. У них уже вкус теряется. А вот эту камчатскую я покупаю всегда, когда живу в Чебоксарах. Особой популярностью у покупателей пользуется чавыча. Не просто вкусная, но и богатая витаминами и микроэлементами омега-3 и омега-6. Рыбу я постоянную чавычу покупаю постоянно. Это значит, как бы организм требует. Все витамины там, я у них постоянный клиент. Вот. Значит, рыба вкусная, витаминов много. Значит, помогает особенно сердцу, зрению, да и вообще всему организму. У Михаила Павлова сегодня день рождения. Мужчина решил сделать подарок самому себе. Такой, который точно порадует и принесет пользу. Белорыбица. Мягкая, тающая во рту, без косточек. Не первый раз, наверное, покупаете? Нет, каждый приезд. Ну, год где-то 3 раза примерно вот так. Коптится камчатская рыба только на натуральных опилках яблони, вишни и груши. А рядом с ней на прилавках расположилась вкусная, крупная, зернистая икра. Это новый улов икры. Очень вкусная. Прям зернышко к зернышке. Она богата витаминами и микроэлементами. То есть детишкам, беременным всем советуем. Слабосоленая икорочка. Все это изобилие натуральное, перевозится самолетами напрямую с Камчатки. И что особо важно, без глубокой заморозки. Выставка-продажа будет радовать жителей Чувашии ежедневно, до 12 ноября включительно. МТВ-центр, 5-й этаж. Анна Центовская, Юлия Дикова, Георгий Кривошеин, Республика.